Здравствуйте, друзья! У вас на экране фрагмент из видео, которое я снял, вот вы видите, 25 декабря 2008 года. Это одно из самых-самых первых видео, которое я вообще делал на YouTube. У меня есть канал, который, ну, можно сказать, заброшенный такой канал. Вот он называется Job Interview Tips. Мы сейчас туда сходим. Но почему я вот ваше внимание, значит, обращаю на эту штуку? Потому что пришло письмо. Слушайте, я молодой какой был, смотрите, сколько лет-то прошло. Почти 13 лет прошло. В общем, это мне здесь 52 года получается. Значит, прислал мне письмо человек. Сейчас я вам покажу. Вот тут, если мы немножечко так ниже пойдем. Вот, сербский человек Александр Милетич написал мне вот письмо. Вот смотрите, какое письмо он написал. И я его, ну, вам хочу показать. Значит, как я вам его покажу. Вот, вот оно слева на английском, я его скопирую. Да? А вот оно справа на русском, я как мог. Ну, я надеюсь, что достаточно точно перевел. Давайте я вот вам сейчас прочитаю. Пишет человек такие слова. Он говорит: уважаемый сэр, хочу вас поблагодарить за это видео, за это и другие ваши видео, предназначенные для подготовки к собеседованию. Примерно 8 лет назад я готовился к своему первому собеседованию. Это видео помогло мне и до сих пор очень помогает. Как и сегодня, тогда тоже было много других видео, учебных материалов. Я просмотрел многие из них, но ваше видео было уникальным. Почему? Потому что, во-первых, я мог понять суть вопроса, зачем кого-то нанимать. И не готовить волшебный ответ на этот вопрос. Потому что, друзья, это то, что люди делают. Они ищут на Гугле, там, в Ютубе, как ответить на этот вопрос. Вместо того, чтобы понять, о чем вопрос, и нормально ответить. А узнать о процессе найма и найти для меня подходящую работу. Я использовал эти знания для получения работы, а также для найма кандидатов, когда стал менеджером по продажам. Он вообще не айтишник, понимаете? До сих пор я не нашел ни одного другого урока, который был бы настолько же хорошим. Это еще не все. Я занимаюсь продажами. Я также занимаюсь маркетингом. С этой точки зрения ваши видео выглядят так, как будто их сделал опытный копирайтер. Не знаю, может, вы и есть копирайтер, да? Нет, друзья, я не копирайтер. Поскольку это видео не на первых местах на YouTube, пришлось его немного поискать. То есть он вернулся, он вспомнил про это видео, которое смотрел 8 лет назад, и решил снова его пересмотреть. Поскольку это видео не на первых местах на YouTube, пришлось его немножко поискать. Искать это видео после стольких лет на YouTube было все равно, что искать давно потерянное сокровище. Вы можете опубликовать мой комментарий где угодно. С уважением, Александр Милетич, менеджер по маркетингу и продажам фармацевтической промышленности Сербии. Вот такой интересный, друзья, человек у нас тут обнаружился. И я подумал, что тут есть еще кое-что. Ну, кроме, конечно, там похвастаться, тщеславие, там все понятно. Я хочу сказать пару слов про вот этот канал Job Interview Tips. Давайте мы на него пойдем туда. Вот. И в принципе, я думаю, что если вот взять, например, написать youtube.com и здесь написать job interview, ой-ой-ой, по-русски пишет, сейчас мы попробуем, job interview tips, я думаю, что он должен вот так хорошо сработать. Да, вот, пожалуйста, job interview tips. Тут не так много-то этих видео и есть. Вот. Но здесь несколько видео, которые я повесил относительно недавно, потому что у нас тогда канал украли, если вы помните. Значит, эту часть мы игнорируем и смотрим, что у нас есть из вот того, что там в основном как бы было. Давайте мы поглядим. Значит, у нас есть 12 лет назад видео, вот это вот 180 тысяч просмотров, немного. Why should we hire you, про которое вот он говорит. У нас есть видео, примерно в то же время сделанное, какие у тебя слабые места, да, и какие у тебя сильные места. Потом у нас, давайте посмотрим, tell me about yourself, вот это видео, оно сделано 6 лет назад, оно на самом деле
было очень популярным. Там было 1,5 или 2 миллиона просмотров, но мне его убили и пришлось заново перевесить. Им не понравилась картинка, которая там висела. Там были, ну как бы, ну неважно уже там, как бы сидела тетка голая, со спины снятая, а трое мужиков в галстуках ее допрашивали. Ну вот они мне за эту картинку убили видео, я его перевесил. Так вот, вот эти три видео, вот «Why should we hire you?», «What are your weaknesses?» и «Tell me about yourself». Вот эти три видео вместе представляют собой один блок. Вы видите, 4 минуты плюс 8, ну там с кусочками, значит, это будет 13, и вот еще тут 4 минуты, 17 минут. Вот эти три видео, все вместе 17 минут, это как душ, который вы принимаете, когда идете на интервью, перед интервью. Эти три видео, когда вы все вместе посмотрите, оно, правда, на английском, но ничего страшного. Вот, когда вы все три вместе посмотрите, это ваши мозги на некоторое время, не бесконечно, на некоторое время, ну, скажем, на день или там до конца дня, устанавливает в такое состояние идеального кандидата. Вы на некоторое время становитесь идеальным кандидатом. Потом все это запачкивается, и надо к следующему интервью надо снова душ принимать. Да? К каждому интервью принимается отдельно душ. Не то, что вы посмотрели и думаете дальше, что вы последующие 50 лет будете это помнить. Нет. Вы это забудете через день. Существенно забудете. Поэтому перед интервью взяли и пошли. Это не просто вот как бы мои представления по теме, а это то, что у нас студенты рассказывают. То есть сначала мне это рассказали студенты, потом я стал предлагать другим студентам, и другие студенты сказали, да, действительно, это вот так работает, и так далее, и так далее. Это, можно сказать, такое творчество, да, это все 12-летней давности, 13, фактически еще месяц будет 13. Это самые первые видео, которые я снимал, вот этот просто, я вам сказал, это перепост. Вот, наверное, и все, друзья. Вот есть такой канал, Job Interview Tips, там и подписчиков-то особо нет, да, там, сколько там, давайте посмотрим, About, что у нас там есть. У нас там есть всего-то 404 тысячи просмотров, немного, да, и, а сколько нас тут, я даже не знаю, сколько подписчиков, 12 тысяч подписчиков, ну, еще раз, это тут видео не было много-много лет, оно просто там где-то висит в аналах. Так что, друзья, вот человек рассказал, как бы это не мои слова, вы видите, что творится, поэтому, значит, приглашаю вас на канал Job Interview Tips. Счастливо!